Добрый день всем. Мы находимся сейчас на улице Пелес. И у нас сегодня верное воскресенье, и поэтому мы идем в костел. Вот это улица Траку. Сейчас по этой улице пройдемся. Вот здесь. Это довольно-таки длинная улица. Магазин Дрогас. Кебабы. Весна никак к нам не хочет приходить, потому что на улице еще холодно. Сегодня было 2 градуса мороза. Я одела даже зимнее пальто. Как-то не могу перейти на весеннюю одежду. Ну вот тут уже продают вербы. По кек пасис? По евро и по евро 50. Тек по 300 лико, другой у киту не бяту. Хорошо. Там что-то вот. Дорогие пальмы. Слышали? Евро 50. Евро 52 евро. Дорого. Но мы купим там около костела. Посмотрим, почем там. Вот различные кофейни. Тут уже вот сидят девчонки, пьют кофе. У нас очень популярные кофейни, и это действительно такой прибыльный бизнес. Но в связи с тем, что кофе очень подорожало, посетителей как-то стало меньше. То есть, если кофе стоит 3 евро, то надо еще подумать, стоит ли его покупать. Можно доложить и купить хороший обед. Горячий, допустим. Я приехала чуть-чуть раньше, на полчаса, так что я не очень спешу. А вот здесь такой магазинчик. Шоколада. Различный шоколад. Это ручная работа. А, видите? Можно купить. Интересные, красивые вещи. Шоколадные фигурки. Конфеты там ручной работы. Хочу показать вот ресторан итальянский Святого Валентина. Вот эта улица такая, Траку длинная.
смотрите, здание вот этот вот. Так, ну вот там около костела продают пальмы, пальмы, еловец, вербу. Можно купить. Идемте поинтересуемся, почем. Вот вовсю тут идет торговля. Эта улица называется Доминикону. Вот и вот этот вот костел дальше, доминиканский. Ну, вот такие вербы. Ну, мы купим попроще, если мы что-то найдем. Угу. А вы бачите в магазинах. Ну так магазины не рубнуть, это уже ага. А тут а солярка задарма залезли. Воды не влезли, а не дают гулять. Или с чем вы заплатите? Ну вот женщина возмущается, что дорого. В яке цене? По два. Вот так. Все очень подорожало. 2 евро. Представляете? В прошлом было по евро, сейчас по 2. Смотрите, подорожало. Ну что ж, будем покупать за 2. Ну вот, такой вот букетик стоит 2 евро. Прошу. А че вы? А че? Два евро. Так, все дорожает наполовину. А вот пряники. Мне нравятся пряники. У нас пекут такие пряники. Сердечки разные. Любимые мамочки с праздником. Зайцы, машинки, бабушки. Выбирайте, куплю. А в яке цене? Бери что-нибудь. Стой, подожди. Кайна? По 2. По 2. По Ильке. Да, по 4. По евро. Прошу выбирать. А барашек почем? 9. И заяц? 8. Шакотина тешлан. А, шакотина тешлан. 2 евро. Ну ладно, мы тогда на обратной дороге. Ну, дети вот покупают разные леденцы. Ну, много тут. Ну, вот я такой вот купил. Вот такой вот купил. Какие красивые, смотрите. Ну, какие красивые букетики. Сегодня у нас большой праздник. А на следующей неделе у нас Пасха. Вот. Эта улица называется Доминикону. Она вот начинается вот с того угла. И как только тропу кончается до перекрестка, начинается Доминикона. И вот я сейчас покажу этот костел. Так, сейчас покажу вам костел. В который я всегда хожу. Так, сейчас. Вот этот костел находится на улице Доминикон. Это костел Святого Духа. Костел Святого Духа. Ну что ж, заходим. Вот здесь святые продают разные тоже. Тюльпаны.
выключаю камеру.